Всем привет! Сегодня представляем вашему вниманию измельчитель сидиратов-косилка, цеповая, мульчер, множество названий. Но в итоге получаем крутой универсальный агрегат для скашивания поросли, сорняков и их измельчения, а также измельчения пожнивных остатков, которые остаются особенно часто после старых комбайнов, которые не способны измельчать солому, после уборки различных культур типа капусты и прочих. Что представляет собой данный мульчер? Ширина захвата 2 метра 20 сантиметров, 5 ремней приводных, сверхмощный редуктор, трехточечная навеска. Спереди мы видим защиту, опора на салазках. Особенностью данного мульчера является то, что он является достаточно тяжелым. 960 кг весит вся эта конструкция. И универсален с точки зрения опоры. Предполагается, что можно его использовать с опорой как на колеса. Такие у нас колеса сравни колесам, которые устанавливаются на погрузчиках. 6.20 на 9, мощная ступица, очень серьезное колесо. То есть независимо от того, по какой стерне оно будет идти, будет устойчиво и к проколам, к порезам, будет все сминать. Либо же вместо колес при использовании в определенных условиях можно использовать опорный защитный каток. Вот таким вот образом он у нас установлен, оборудован дополнительным очищающим ножом, который не позволяет накапливаться биомассе, грунту на валу, и очищается. Здесь мы видим открываемую крышку с направляющими для выброса биомассы измельченной. Очень мощный рабочий вал. Наверное, самый широкий вал во всей линейке Dobermet. Длинные ножи, закаленные, износостойкие. Может работать с ВОМом 1000 оборотов. Если мы присмотримся внутри, у нас есть так называемый пассивный нож. Вот он установлен. Он предназначен для более мелкого, более качественного измельчения. Видим дополнительно накладки, ребра жесткости. Данный мульчер рассчитан для использования на тракторах минимум 80 лошадей. Относительно качества сборки, качества покраски, вы все сами можете прекрасно видеть. Комментарии здесь излишни. Дополнительно скажу, что как колеса, так и все катки оборудованы системами смазки. То есть все подшипниковые узлы обязательно обслуживаемые. То есть здесь мы видим возможность проведения смазочных мероприятий. Дальше мы не успели собрать, здесь специальное отверстие под масленки, то есть ступицы обязательно промазываются. Ножи являются расходным материалом, всегда есть в наличии. На таких культурах, как остатки подсолнечника, остатки кукурузы, остатки любых других растений, этот мульчер будет просто незаменимым. На сегодняшний момент мощнее этого изделия практически нет представленных агрегатов на рынке Российской Федерации. Мы готовы отгружать данные мульчеры со складов в Белгороде и Краснодаре. Они есть в наличии. Любые вопросы пишите, звоните. Такое вот у нас супер крутое изделие.